Центр под местной электростанцией. Там вооруженная охрана и единственный способ попасть в компьютерный зал через главный терминал, расположенный здесь. Прежде всего, вам придется пройти через главный вход. Открыть лифт с помощью отпечатков пальцев. Затем три последовательных кодовых замка. Выдам себя за агента, который украл журнал, и, наконец, я поношу маску. К сожалению, даже если преодолеете эти средства безопасности, вам не пройти последний. Оно оснащено датчиком анализа походки. Это круче, чем распознавание лица. Камеры досконально знают, как ходит человек, как говорит, как двигается, вплоть до лицевых тиков. Хочешь сказать, что маска не поможет? Нас поймают, и я остаток жизни проведу в марокканской тюрьме, играя в дочки-матери с Ахмедом? Опять не похожу в маске. И по-другому в компьютерный зал не попасть. По-другому никак. Вентиляция? 6-дюймовая труба. Фундамент? Снизу и сверху 4 метра бетона. Каналы для кабелей? Скажу проще, в терминал не пробраться, если ваш профиль не предустановлен в охранную систему. Профиль? А где хранятся профили? Данные охранной системы расположены в массиве с жидким охлаждением. Автономно. Внутри торуса. Жидкое охлаждение? Эта штука под водой? Да. Хорошо. Чтобы достать журнал, один из нас должен проникнуть в торус и изменить профиль агента. Чтобы другой смог получить доступ к компьютеру и не попасться. Иначе никак. Да, иначе никак. Как попасть туда? Что это? Это сервисный люк. Открывается только изнутри. Если открыть его снаружи, тебе ударит 300 тысяч литров воды под давлением. А откуда вода поступает? Через водозаборы, опреснительные электростанции. И прежде чем спросишь, система отключается, если в нее попадает что-то металлическое. Значит, без кислорода. Да. А за сколько времени можно проплыть от водозабора до сервисного люка? 2 минуты. При потоке в полную силу. О, задержка дыхания всего на 2 минуты. А за сколько установится новый профиль? Это займет минуту максимум. Значит, задержка уже на 3 минуты? Ты справишься. Вы не учитываете физическую нагрузку. Чем больше усилий прилагаешь, тем больше тратишь кислорода. Не волнуйся за него. Он установит поддельный профиль до того, как я дойду до анализа походки. Это наш единственный вариант. Не так уж невыполним.